синие ясные ночи пустыня, глянули звезды. Тут через трубу от моей хаты клубами повалился дым. Дым пошел тучью по небу. Дым. У нас ведьма верхом на земле. Да, не дурна собою, не дурна. Да и трудно быть хорошую в такие-то годы. Но, однако, это не мешает мне очаровывать самых степенных казаков нашего хутора. К слову сказать, до красоты им особого-то дела и нет. Да, хаживал ко мне и пан Голова, и дьяк Осип Никифорович, пока к дичихе нет дома, и казак Корничук, добрый был казак, добрый, и казак Касьян Свербегус, и, надо сказать, я каждому умела найти ласковое и доброе слово, смогла быть со всеми хороша. И никому из них и в голову даже не приходило, что у него есть соперник. А бывало, пойдет набожный мужик или дворянин в воскресенье в церковь. А если дурная погода, то в шинок. Ну как не зайти к Солохе? Как не поесть жирных вареников со сметаной? Не посидеть, не поболтать с угодливой хозяйкой. А бывала сама в праздник. Одену яркую плахту с китайчатой запаской. А сверху юбку с нашитыми сзади золотыми усами. Стану возле правого клыроса. Так дьяк сразу начинает закашливаться. Я думаю,
сияет, меняет. Добрые намерения. Не надо лишнего. Прошу вас. Утонул! На тебя повесился, утонул, говорю! А я говорю,